Восьмая соната Бетховена в исполнении 17-летнего пианиста Бараса Куджба. Его творческий путь начался еще в раннем возрасте. Сначала обучение в Пицунской музыкальной школе, а далее уже Сухумское музучилище. За спиной у молодого артиста десятки конкурсов, множество побед и участие в зарубежных фестивалях. Однако сейчас своим главным достижением юный музыкант может назвать поступление в Московскую консерваторию имени Чайковского. Безусловно, шанс стать одним из ее студентов выпадает далеко не каждому. Я с 7 лет занимаюсь музыкой, я ушел в музыкальную школу и поступил в класс Ирины Степановны Говорами по фортепиано. 2 года отучился у нее и потом перешел в класс Елизаветы Сергеевны Кочнева. И вот с ней я окончил музыкальную школу и поступил в музыкальное училище по классу фортепиано, также у Нинель Борисовны Бжани. И после окончания мы готовились к этому долго, и Наталья Викторовича Чанби имеет очень большой вклад в развитие. И мы решили поступить в Московскую консерваторию в класс хорового дирижирования. Барас Куджба будет вторым абхазским студентом Московской консерватории по специальности хоровое дирижирование. Первым выпускником является народный артист Абхазии Нудар Чанба. По словам Бараса, для достижения такой цели потребовалось приложить немало усилий. Упорно занимались, так как туда поступать не очень легко, потому что это, я считаю, что лучший вуз в России в плане музыкальной. И это с великой историей консерватория, с большими традициями, а преподаватели там мировые звезды. И я считаю, что, наверное, это была наша цель в первую очередь, и мы достигли. По завершении учебы молодой пианист планирует вернуться на родину. Для него этот шаг естественный и необходимый, в первую очередь, чтобы поделиться знаниями с другими. Знаю, что никогда не потеряю связь с родиной. Буду поддерживать до конца и буду делать так, чтобы у нас было лучше. Потому что деятели искусства, они должны, несомненно, помогать. Потому что мы здесь выросли, нам предоставили возможность тут вырастить. Это говорит о том, что у нас не все плохо. Потому что я окончил музыкальное училище в Абхазии. И я с этими знаниями поступил в Московскую консерваторию. Благодаря моим преподавателям, моим наставникам, которые помогли мне. И я просто говорю к тому, что в Абхазии есть возможность, есть потенциал делать лучше намного, если мы все вернемся. Я думаю, что мы должны вернуться. Лола Барганджа, Сасрыкова Гухава, Абаза ТВ.